Что такое калфак и чем он отличается от сарауца? Познакомиться с предметами татарской национальной одежды 19-20 веков и мечи смогли сегодня в областном конгресс-холле. Гости послушали лекции об особенностях костюмов сибирских татар, а также посетили уникальную выставку. Здесь были представлены не только экспонаты из краеведческих музеев, но и предметы из личных коллекций носителей культуры. Многие платья, жакеты и головные уборы достались им по наследству от предков. Выступать тяжело перед носителями культуры, понимаете, потому что они всегда могут поправить. Ну, поскольку я занимаюсь этим много лет, я надеюсь, что все пройдет хорошо. Вот, тем более, здесь я с костюмами познакомилась, со стилизованными. Очень хорошее качество выполнения, очень хорошая стилизация. Вот. Ну и вообще общая атмосфера праздника, она, знаете, воодушевляет. Выставка национальной одежды была организована в рамках Дней татарской культуры. В этом году события проходят с особым размахом. Организаторы ожидают, что мероприятие посетят около 10 тысяч человек. В наш город приехали гости из 12 регионов страны, а также из Казахстана. Хотелось бы, чтобы окружающие люди, люди разных национальностей, чтобы они знали о культуре своих ближайших соседей. Ведь очень мало знают. Вот когда коснется, кроме Орды, золотой, наверное, мало чего знают.